Итак, что хочется сказать по этому поводу? Мы помним, у нас небольшие сейчас технические трудности, да. Мы помним, что взаимоотношения как с лимфоузлами, так и с меланомой как таковой претерпело много коллизий. И изначально предложенная методика выполнения широкого иссечения, широченного, я бы даже сказал, с моноблочной лимфодиссекцией, предложенной в 1907 году, претерпела ряд изменений благодаря тем исследованиям, в которых участвовала даже наша страна, еще Советский Союз. В настоящее время, конечно же, не возникает вопрос ни о моноблочных диссекциях, ни о широченных иссечениях, ни о профилактических лимфаденэктомиях. Итак, когда мы говорим о меланоме, тот слайд, с которого всегда начинаю свой доклад, это о трендах по встречаемости меланомы в зависимости от ее толщины. Обратите внимание, что в цивилизованном мире все-таки есть тенденция к тому, что появляется больше форм тонких, меньше форм толстых и, соответственно, меньше случаев с изъязвлением. О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки во всем мире номер один – это раннее выявление, это составление паспорта кожи, это адекватная дерматоскопия объективная, это выполнение адекватных биопсий экстазионного характера и в последующем биопсии сигнальных лимфоузлов. Если мы говорим о биопсиях, мы говорим, конечно, о стадировании. Когда мы говорим о стадировании, мы, конечно, говорим о классификации HCC, и мы должны понимать, что это колоссальный труд. Это данные 46 тысяч пациентов, объединенные, и что позволяет нам оптимизировать прогноз и выставлять те или иные риски в зависимости от стадии заболевания. Когда мы говорим о стадировании, категория Т, и раз мы говорим о хирургии, я хотел бы осветить пару ключевых моментов. При стадировании по категории Т, естественно, имеет значение десятая доля миллиметра. Именно переход от 0,8 миллиметра является ключевой и определит в последующем показания биопсии сигнальных лимфоузлов. Также наличие изъязвления также не утратило свою роль, и мы можем отметить, что более тонкие меланомы, но при этом с изъязвлением, сопоставимы по своей меланомо-специфической выживаемости с более толстыми меланомами, но без изъязвления. Поэтому изъязвление является мощным прогностическим фактором. Итак, конечно же, неинвазивная диагностика играет ключевую роль. И здесь, конечно же, это массовые мероприятия, это поддержка СМИ, что позволяет все-таки диагностировать меланомы на ранних этапах во всем цивилизованном мире. Но как же субъективную оценку сделать объективной? К нам на помощь приходят различные дерматоскопические индексы. Я не буду здесь останавливаться очень подробно, потому что мы на первой нашей конференции подробно, благодаря нашим дерматоонкологам, обсудили этот вопрос. Конечно же, это Штольцевский индекс, это Кэш-алгоритм, это алгоритм Эргенсана, который позволяет предположить наличие потенциально опасного пигментного образования, которое должно быть подвергнуто дальнейшей диагностике. И стоит вопрос, что же делать дальше? И, конечно, дальше идет биопсия. Заметьте, биопсия, не широченное иссечение, не широкое иссечение, а именно биопсия, именно адекватная биопсия, потому что если она будет выполнена неадекватным путем, придется делать ребиопсию. Итак, выполнение биопсии – это адекватное стадирование, которое позволяет нам в дальнейшем планировать лечение. Какие у нас существуют виды биопсии? Когда мы говорим об эксцизионной биопсии, это может быть простое иссечение, это может быть панч-биопсия, совершаемая при помощи специального ножа, который позволяет на все слои удалить новообразование с кожи до подкожной клетчатки. Когда мы поговорим о пигментных образованиях, вопрос о шейф-биопсии не ставится, потому что, выполняя шейф-биопсию, особенно если это будет истинно поверхностная шейф-биопсия, это не позволит в последующем определить толщину опухоли по Бреслову. И здесь мне не позволит нас обмануть Дина Александровна, конечно. Когда мы говорим о пигментных образованиях ногтевого ложа и подногтевых формах, также не стоит забывать об панч-биопсиях и эксцизионных биопсиях. Речь сейчас не стоит о выполнении перманентно сразу же выполнять экзартикуляцию ногтевой фаланги. Достаточно поставить диагноз, адекватно выполнив биопсию. Прошу прощения, у нас опять технические трудности.
Естественно, у многих онкологов, особенно те, кто не знакомится с современной литературой, возникнет ряд вопросов. Как же так? Разве так можно делать при меланоме кожи? Можно и нужно, потому что у нас есть ряд исследований, крупных исследований, которые доказывают о том, что все-таки диагностические биопсии, как бы не радикальное удаление, никак не влияет на общую и безрецидивную выживаемость. Поэтому выполнение эксцизионной биопсии позволяет нам поставить диагноз и планировать дальнейшее лечение, включая и широкое иссечение. Как сделать правильную эксцизионную биопсию? Да, ее можно делать и нужно делать под местной анестезией, когда это выполнимо. Мы должны понимать, что у нас должен быть адекватный отступ. Это может быть 1-3 мм. Это должно быть правильное направление в соответствии с лимфопутями и вдоль лимфоотока. Потому что мы после выполнения эксцизионной биопсии естественным образом планируем и иссечение. И мы желаем достигнуть благоприятный косметический эффект. И планируем, конечно, выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов. Разве только эксцизия? Конечно, нет. Но не стоит забывать и про мазок-опечаток. Когда мы клинически понимаем, что речь идет о махровой меланоме, достаточно выполнить мазок-опечаток, у нас будет цитологическое подтверждение, которое позволит нам уже спланировать тактику и эксцизию, и широкое сечение, и одномоментную биопсию сигнальных лимфоузлов. Также не забываем про инцизионную биопсию при нерезектабельных опухолях или при гигантских врожденных пигментных невусах, когда речь не идет о диагностическом плане на первом этапе, в плане тотального удаления. Второй этап хирургического лечения меланомы – это, конечно же, широкое иссечение. И насколько широким оно должно быть? Ну, те постулаты, которые были заложены еще в конце 19 века, они по большому счету не меняются. Меняется только отношение к отступу и к объему удаляемых тканей. Конечно же, вот то, о чем я уже говорил, моноблочные лимфодиссекции с первичным очагом ушли в прошлое, слава богу. И в настоящее время у нас есть четкое понимание о границах. Те исследования, которые начались в 70-х годах и позволили доказать, что удаление меланомы с окружающими 5 сантиметрами ткани не целесообразно. Это никак не улучшает показатели общей выживаемости. В настоящее время, в соответствии с рекомендациями NCCN, мы понимаем, что самый широкий отступ – это 2 сантиметра от первичной толстой меланомы, то есть меланомы толщиной более 4 мм. Ну а дальше вы все прекрасно видите. То есть от 1 до 2 сантиметров для инситу меланомы достаточно и 0,5 сантиметра. То есть в данном случае, когда мы поставили уже диагноз, и когда мы понимаем, что речь идет о меланоме толще 0,8 мм с изъязвлением или без него, или меланоме толще 1 мм без изъязвления, нам нужно выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов. Так почему же должна биопсия, эксцизионная биопсия, должна быть умной? Ну, потому что мы должны планировать дальнейшее лечение, мы должны планировать дальнейшую биопсию сигнальных лимфоузлов. Ну, мы, опять-таки, профессионалы часто видим такие рубцы после иссечения первичной меланомы. И естественным образом возникает вопрос, зачем так широко иссекать первичную тонкую меланому? В данном случае мы понимаем, что меняются пути лимфоотока. Вопрос биопсии сигнальных лимфоузлов после этого, ее адекватность остается открытой. И это просто усложняет жизнь пациенту как в эстетическом плане, так и в плане дальнейшей диагностики. Есть термин, который предложили итальянцы, и он мне очень нравится, это кюрайопсия. Когда мы понимаем то, что биопсия первичная может излечить пациента, если речь идет о тонкой меланоме, которую мы радикально удалим при эксцизионной биопсии, это будет инситу меланома, уже изначально отступив 0,5 сантиметра, на этом можно и остановиться, дальше ничего делать не надо, достаточно наблюдать. Если же это будет толстая меланома, или толще 0,8 мм с изъязвлением и без, это уже будет показанием для выполнения, биопсии сигнальных лимфоузлов. Итак, подходим уже ближе к биопсии сигнальных лимфоузлов. Да, у меня сегодня длинный доклад, нам нужно отразить всю хирургию меланомы на первичном этапе. В соответствии с классификацией GCC, мы не можем выставить критерий N, не выполнив биопсию сигнальных лимфоузлов, если у нас нет клинически измененных лимфоузлов. То есть, когда мы удаляем какую-то меланому толщиной хотя бы 1 мм, 1,2, то
мы должны выполнить биопсию сигнальных лимфоузлов, даже не имея рентгенологической какой-то подтасовки. Мы должны обследовать пациента, мы должны посмотреть, нет ли клинически измененных лимфоузлов, и прибегнуть к биопсии сигнальных лимфоузлов. Мы не можем автоматически выставлять критерий суффикс N0, как это делается повсеместно. Дальнейшая уже стратификация в третьей стадии позволяет выделить и крайне неблагоприятные группы меланомы, когда это речь идет о толстенных меланомах с поражением лимфатического коллектора. К чему приводит автоматическое выставление N0? К сбою в статистике. Так, в Российской Федерации больных со второй стадии несоизмеримо больше. Это нонсенс. Не может быть такого. То есть туда попадают, как в общую корзину, все те пациенты, которым не выполнили биопсию сигнальных лимфоузлов. Им автоматически выставили вторую стадию, и они дальше наблюдаются по месту жительства до клинических проявлений. То есть до появления метастазов. Естественно, для этого и есть биопсия сигнальных лимфоузлов. В чем вообще концепция биопсии сигнальных лимфоузлов? Потому что есть все-таки определенное картирование, которое основано на существовании определенных паттернов лимфатического оттока, и в таком случае несколько лимфатических узлов первично, они поражаются метастатическим процессом первыми. Именно их мы ищем, именно их мы удаляем после введения определенного контраста. Зачем это делать? Ну, здесь, конечно же, отсылка к отцу-основателю этой методики при меланоме кожи, Дональду Мортону. И мы понимаем, что это довольно эффективный и чувствительный метод. Это мощный прогностический критерий. То есть он позволит как можно раньше поставить третью стадию и назначить специфическую терапию. Логично, что он может усилить локальный контроль. И опосредованно мы улучшаем меланомоспецифическую выживаемость, потому что мы раньше ставим третью стадию. Что нам это дает? Нам это дает варианты адъювантного лечения при выставлении даже третьей стадии. Пару слов об истории. Значит, Паоло Маскани – это действительно отец описания картрирования лимфопутей как таковых, и его работа еще описана в XVIII веке. Тогда эти картирования применялось с использованием ртути. Я думаю, что здесь мой доклад дополнит и специалисты радионуклидной диагностики. И когда мы говорим о картировании, возникает сразу же фамилия Сапея, которая описала лимфопути и так называемые линии Сапея, которые проходят через среднюю линию и скрещиваются в области пупка, которая позволяет понять то, что лимфоток может быть как билатеральный, ипсилатеральный, контралатеральный, потому что эти лимфопути пересекаются по центральным линиям. Естественно, даже современные авторы, наши японские коллеги, современные технологии позволяют предположить, какой будет лимфоколлектор у той или иной зоны первичной опухоли. Но, конечно, выявить мы его можем только уже при детальном картировании с использованием различных красителей. Отцом термина как сигнальный лимфоузел является Брейсвайт, который описал сигнальные лимфоузлы при воспалении педикулярного отростка и далее вел свои работы, используя ртуть. Опять технические у нас трудности. И дальше мы, естественно, вспоминаем работы и Мортона, которые он проводил изначально на кошках. И выявлены были лимфоузлы путем изосульфана, введения изосульфана синего для того, чтобы картировать лимфопути и выявлять непосредственно сигнальные лимфопути, ближайшие к первичному изменению и к точке введения контраста. В 92 году он описал эту методику уже в отношении меланом. И в данном случае дизайном этого исследования явилось то, что после выполнения сигнальной биопсии, биопсии сигнальных лимфоузлов, иссечение первичной меланомы дополнялось лимфоденэктомией. Именно такая техника позволяет точно сказать, все-таки это был сигнальный лимфоузел или нет. И после этой работы начался старт уже внедрения биопсии сигнальных лимфоузлов в клиническую практику. И, естественно, жаждой исследователей было ввести второй агент.
вторым агентом, естественно, были радиоколлоиды, и их описали как с маммологической точки зрения, так и сам Мортон в последующем 1994 году, применяя коллоидные радиоколлоиды. Об этом, наверное, более подробно расскажут, опять-таки, специалисты радионуклидной диагностики. В дальнейшем изучали паттерны накопления и скорости лимфотока в зависимости от того, какие коллоиды применяли, как и в зависимости от той точки, где вводили радиоколлоид и изучали пути лимфотока. Какой радиофармпрепарат выбрать? Опять-таки, наноколлоиды, это будут микроколлоиды, крупные коллоиды. Об этом мы подискутируем уже в зоне ответственности радионуклидной диагностики. Хотел бы уже дальше устремиться к хирургической точке и именно обсудить технику выполнения биопсии. Этапы биопсии сигнальных лимфоузлов сами по себе следующие. Это предоперационная лимфосцинтиграфия, то, что мы выполняем в отделении радионуклидной диагностики. Это интраоперационное лимфокартирование, то, что мы делаем во время операции уже, удаляя первичный очаг или удаляя рубец после удаления первичной опухоли, используя различные маркеры, используя различные методики, но в данном случае мы используем радиокартирование. Выделение непосредственного удаления, сама хирургическая техника и самый ответственный этап – патоморфологическое исследование. Предоперационная лимфосцинтиграфия – это то искусство, которым как раз обладают специалисты радионуклидной диагностики, для того, чтобы понять и нам помочь описать, куда все-таки потечет лимфа от первичной опухоли и какие лимфоузлы возьмут первыми на себя этот удар. Потому что пути дренирования самые разнообразные бывают. И надо учитывать не только метод удаления первичной опухоли, если мы говорим уже об удаленной меланоме, подвергшейся эксцизионной биопсии или даже широкому иссечению, но и те состояния, которым подвергался организм пациента в целом, в частности, различные диссекции, удаление поверхностных вен, которые меняют лимфоотток, возникновение лимфовенозных шунтов в дальнейшем. Вариантов накопления много, мы это уже, наверное, обсудим детализированно в рамках радионуклидного доклада. Итак, если мы обращаемся к отцу-основателю, он выполняет двойной контроль, то есть с использованием синьки и используем радиоколлоиды. Это позволяет выявить не только те лимфоузлы, которые окрасились синькой, но и выделить те лимфоузлы, которые истинно являются сигнальными и при этом ее не накопили. Именно использование ручного гамма-датчика позволяет нам детально определить этот лимфоузел, выделить его из окружающих тканей и удалить. И здесь мы перейдем к интраоперационному видео. У нас, к сожалению, звук не удалось отразить. Когда мы технически выполняем эту процедуру, мы должны понимать то, что интраоперационно, используя ручной гамма-датчик, мы должны изначально разметить ту зону, в которой мы будем искать лимфоузлы. В данном случае на лимфоцитографии у нас речь идет о субпекторальных лимфоузлах. В этой зоне мы их ищем, мы их размечаем. Здесь, опять-таки, временной промежуток это занимает определенно. Не надо здесь торопиться, раз у нас же как мастер-класс идет, поэтому мы и разбираем непосредственно интраоперационное видео. К сожалению, звука здесь нет. Гамма-датчик позволяет нам по звуку ориентироваться в накоплении, так и в различных моделях гамма-датчика значение накопления мы видим на экране. Можно использовать после этого зеленку, непосредственно отмечая это на коже пациента, или же можно это делать уже в данном случае просто при помощи определенных меток, как в данном случае я использую просто неподвижность своей левой руки. Выполняя разрез в проекции непосредственно наибольшего накопления, мы разрезаем кожу, первый слой фасции, подкожную клетчатку. Мы уже знаем, в какой зоне у нас будут покоиться лимфоузлы. И нам ничто не мешает добираться именно туда. Конечно, на первичных этапах после каждого движения нужно выполнять контроль гамма-датчиком. Здесь же уже мы знаем, в какой зоне, поэтому я здесь немножко ускоряюсь, то что называется. Когда мы открыли тот футляр, в котором уже мы ориентируемся по накоплению, мы вонзаем туда гамма-датчик любой модели, без разницы. Здесь, кстати говоря, на экране видно процент накопления. Надеюсь, что наши
сейчас коллеги тоже видят то же, что я вижу на экране, без технических сбоев. И мы определяем местоположение лимфоузла. Также, видите, я меняю угол положения датчика для того, чтобы понять, где находится этот лимфоузел, в непосредственной близости или где-то рядом у нас есть фоновое накопление. Мы определяемся с направлением, и здесь становится очевидным, в какой зоне двигаться. Видите, меняется число, да, вот именно, которое позволяет нам определить, насколько копит данная зона. Если есть сомнения, опять-таки меняем угол. Здесь не нужно торопиться, потому что излишнее ускорение этого процесса стимулирует лишнюю травму. Потому что как только мы пойдем в ненужном направлении, в ненужном виске, вот мы будем пересекать лимфопути, усиливая лимфорею. Поэтому лучше 10 раз померить значение и выполнять точные движения непосредственно по направлению к искомому лимфоузлу. Опять-таки напомню, здесь речь идет о субпекторальной зоне. Вот опять-таки мы стараемся работать исключительно инструментами и не пихать пальцы, как говорится, в рану. Здесь просто можно пододвинуть листочек и переставить крючок. Главное не ковыряться руками в ней, потому что есть плохая привычка у многих хирургов пальпаторно определять лимфоузлы. Помните, то, что мы определяем их в данном случае не те лимфоузлы, которые мы первыми пропальпируем, а те лимфоузлы, думайте, которые мы первые найдем при помощи гамма-датчика. Именно это и есть цель этой процедуры, а не просто вытащить какие-то лимфоузлы. Углом, да, как и то, что меня бесит во многих случаях, когда я вижу, как выполняют некоторые коллеги эту процедуру, когда выполняется мини-лимфодиссекция, когда удаляется большой пласт ткани с накоплением радиофармпрепарата, и он целиком удаляется, и уже на операционном столике отдельно исследуется, и выделяются искомые лимфоузлы. Это просто безобразие, это порочит эту технику, потому что наша задача выделить нужные лимфоузлы, а не делать мини-лимфодиссекцию. Опять 10 раз лучше прицелиться. Видите, здесь, достигнув определенный слой, мы понимаем, что речь идет именно об этом футлярчике. Раскрываем этот футлярчик. И вот визуально и на инструментах не пихаем никаких пальцев туда. Простите, что я на таком жаргоне, такой жаргон использую, просто нашим коллегам-хирургам, наверное, будет все-таки понятнее. Итак. Не надо так дергать. Мы идентифицируем непосредственно лимфоузел. Посмотрите, как меняется уже накопление. По сторонам все свободно. И вот, посмотрите, значение, видите, с 20 до 50, мы понимаем, что вот 70, 100, мы вышли уже непосредственно на лимфатический узел. Здесь счет очень маленький, потому что мы выполняли операцию на следующий день после введения радиоколлоида. Калтаж, пожалуйста. Я надеюсь, что нас видят по-прежнему онлайн. Ну, сейчас идет видео, я думаю, логически будет не уходить сейчас. И вот видите, я сейчас видно то, что мы показываем. Ну и все, это главное. Видите, мы выделили непосредственно лимфоузел, который так искали. Вы идентифицировали, да? Вот он в клетчатке. Вот он. И мы тщательно. Мне очень понравилось, опять-таки, в работе Мортона там термин употребляется именно кропотливо и дотошно, буквально вперед. Именно дотошное выделение. Именно дотошное выделение лимфоузла позволяет нам избежать ненужной травмы. Он удаляется от окружающих тканей. И ключевой момент, только после удаления проверить его на накопление. То есть вот четко здесь, лимфоузел, звука нет, вот это здесь можно было бы сократить. Значительное накопление, я говорю, что посмотрите, лимфоузел отдельно удален, никакой окружающей мягкой ткани не имеет. И вот дальше, вот я вот. Также в его же микроокружении пальпируем лимфоузел, уже дальше мы имеем право. Вот я нашел пальцем. Я вообще вот здесь где-то. В случае необходимости. Вот в этом футлярчике. Там, где речь идет о глубоких лимфоузлах, как видите, это уже прямо на грудной стенке происходит. Уже где-то 10 сантиметров от кожи. Вот, и вот этот момент. Вот. Потихонечку. Вот вы поняли, поставили, чтобы он не ускакивал. С учетом, что у нас есть сомнения.
Раскрываем вот доступ для обчекиона. Еще чем-то раскрыть его. Также кропотливо, без спешки, без каких-то травматичных движений. Он также пальпаторно определяется, не только копия. Проверяем его накопление. По сторонам посмотрели также. Отсутствие его. Что он непосредственно в зоне. Пальпаторный контроль также возможен. И его удаляем. Данную процедуру мы проводили под наркозом, но биопсию сигнальных лимфоузлов также можно проводить и под местной анестезией. Особенно, когда у нас пациент с сопутствующей патологией, никаких проблем нет. Единственное, там есть просто технические особенности, связанные с этим. Ну вот. И в данном случае у нас поле было пустое после удаления лимфоузла. И мы уже на данном этапе приступаем к ушиванию ран. Простое ушивание, клетчатка кожи, интрадермальный шов. И как в качестве просто технических фишечек обязательно выпускаем воздух из раны в конце. Потому что все лучше слипается попросту. Дренаж мы не ставим после биопсии сигнальных лимфоузлов, как и никаких узлов снаружных у нас нет. Поэтому пациент забывает о ране фактически, ее самостоятельно обрабатывает и впоследствии забывает о том, что ему выполняли биопсию сигнальных лимфоузлов. Вот воздух мы выпускаем, все слипается. Опять-таки должен быть убедительный гемостаз для того, чтобы сделать именно так. Ну тут все ничего интересного. Итак, с интерперсонным видео мы закончили. И у нас есть определенные нюансы по самой процедуре. Когда у нас близко к удаляемому сигнальному лимфоузлу находится первичная опухоль, у нас возникают трудности со счетом. Естественно, нужно выполнять иссечение в данном случае первым этапом. Дальше меняем инструменты, меняем перчатки, потому что это была грязная зона. И выполняем уже непосредственно биопсию сигнальных лимфоузлов. Презентацию точно видно? Хорошо. И второй момент. Мы можем использовать экранирование при помощи свинцовых пластин стерильной оболочки. Имеет ли размер значение? В данном случае при биопсии сигнальных лимфоузлов даже такие маленькие спросяное семечко лимфоузлы могут быть метастатическими. Ровно как и счет в данном случае не играет такой прямой роли. Главное надо понимать, что радиоколлоид там есть, и мы должны удалить данные лимфоузлы. Наверное, самый важный вопрос – это все-таки маркировки удаляемого материала, и чтобы удаляемый материал был не просто пластом жировой ткани, в которой где-то находятся лимфатические узлы, потому что это сильно усложнит жизнь нашим морфологам, а впоследствии усложнит жизнь и нам, потому что если на каком-то из этапе вырезки потеряется искомый лимфоузел, это будет трагично для пациента, прежде всего, а следовательно и для нас. Можно ли выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов отсроченно? Да, можно. И есть ряд исследований, которые это подтверждают. Выделялись различные группы по отсрочке и до 40 дней, и до 4 месяцев. И в данном случае отсрочка в выполнении биопсии сигнальных лимфоузлов не повлияла на чувствительность метода и на меланомоспецифическую выживаемость. Выполнять ли тотальную диссекцию после положительной биопсии сигнальных лимфоузлов? Тот вопрос, который почему-то еще обсуждается. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, все-таки стоит разобрать основные исследования. Конечно, то исследование, на которое ссылаются все, то, с чего все началось в доказательной базе в отношении сигнальных лимфоузлов, начавшееся еще в 90-х и закончившееся уже финальным репортом в 2014 году, но здесь две группы больных, когда мы сравнивали биопсию сигнальных лимфоузлов, положительный ответ и незамедлительную лимфодиссекцию или наблюдение до достижения клинически реализованных метастазов. Естественно, в группе, где выполнялась биопсия сигнальных лимфоузлов и последующая диссекция, получены лучшие результаты. И именно поэтому это и доказало целесообразность выполнения сигнальных лимфоузлов как таковых.
Но есть европейская группа, европейская СНДК, КСЛТ, которая позволяет утверждать, что выполнение диссекции после положительной сентинельной биопсии, когда выявлены микрометастазы, это не улучшает показатели выживаемости. Естественно, это улучшает показатели локального контроля. Нет лимфоузлов, нету и метастазов в этих лимфоузлах. Но есть МСЛТ-2. Это уже следующая точка в исследовании, посвященная сравнению групп наблюдения или диссекции после положительной биопсии сигнальных лимфоузлов. И именно это исследование позволяет однозначно утверждать, что при положительной сентинельной биопсии, при удалении сентинельных лимфоузлов и назначении соответствующей адъювантной терапии, диссекция одномоментная не показана, допустимо дальнейшее наблюдение. Но важно понимать, что нельзя путать клинически положительные лимфоузлы с положительными лимфоузлами при сентинельной биопсии. Клинически положительные случаи, когда у нас подтвержден цитологический предоперационный, у нас есть клинически измененные лимфоузлы, предоперационно доказанные, мы должны подвергать тотальной диссекции. Я прошу прощения, там вот слева экран, он сейчас опять. Итак, в итоге у нас корректная постановка диагноза, у нас мы знаем, что делать дальше, и у нас есть выбор дальнейшей тактики. Это будет адъювантная терапия или это будет динамическое наблюдение. У нас есть целая волна исследований и революция в лечении меланомы, начиная с 2017 года, позволяющая пациентов лечить как можно раньше и с блестящим эффектом. Когда мы понимаем то, что уже хирургия отходит на второй этап. Вообще хирургия меланомы теперь заключается в диагностическом этапе и циторедуктивном исключительно. Основное значение имеет именно системная терапия, и выбор препаратов замечательный. И будет, опять-таки, третий этап нашей конференции, который будет посвящен непосредственно адъювантной терапии. И мы увидим, что в рекомендациях и в наших отечественных оптимальном режиме является иммунотерапия и в дальнейшем таргетная терапия. Мы помним, что основной мировой тренд – это не только увеличение продолжительности жизни пациентов и улучшение качества жизни пациентов. И когда мы планируем то или иное вмешательство, будь то биопсия сигнальных лимфоузлов, эксцизионная биопсия первичной опухоли или решаем вопрос о показаниях диссекции, мы должны это не забывать. Большое спасибо всем за внимание. Мы всегда на связи. И, пожалуйста, ресурсы не забываем, все можно использовать. Помним, что сейчас у нас до конца, по-моему, мая, UpToDate открыт для всех медиков. Черпайте оттуда информацию. Спасибо.